Итак, друзья, всем добрый день. Сегодня я вам покажу, к сожалению, свой заказ. Я его делала с опозданием практически в последние дни по предыдущему каталогу. Это следующий каталог номер 9, заказ по каталогу 8. Заказ был не очень большой, ну, собственно говоря, как всегда, только все самое нужное. Итак, в этом заказе у меня в основном все продукты для меня, и был еще один клиентский заказ. Я, наверное, с него прямо сейчас и начну. В клиентском заказе была туалетная вода Excite by Dima Bilan. Я уже рассказывала вам про эту парфюмированную, простите, туалетную воду. Человек заказал повторно, ему она очень понравилась, она очень стойкая. Вот, соответственно, открывать не буду, так как это, собственно, не мой продукт, поэтому я, в общем-то, открывала ранее его уже в предыдущих видео. Вы можете найти и посмотреть. Очень стойкий аромат, действительно держится очень долго и на одежде, и на теле. Идеальный вариант для лета, так как это именно свежий и цитрусовый аромат. Так, ну, в общем-то, вот весь клиентский заказ, собственно, поэтому следующие продукты – это все мои. И начнем мы с вами с новинки. Я ее еще не открывала. Это туалетная... Итак, следующая – это новинка, парфюмированная туалетная вода, простите, которая называется Nerf & Beauty. Я хотела взять наборчик. Там был набор и лосьон, и гель для душа, по-моему. Или крем для рук там был, и лосьон для тела, кажется. И, соответственно, туалетная водичка по цене 499 рублей. Но буквально на днях, когда я попыталась уже оформить заказ, набора не было, не был доступен в продаже. Ну и, соответственно, я взяла себе только туалетную водичку. Сейчас я ее открою, мы с вами протестируем. И в конце, когда я уже подведу итоги по заказу, когда мы с вами уже будем смотреть новый каталог, я расскажу о своих впечатлениях. Я уже протестировала пробник новой водички Lovely Garden. Как она там еще называется? Не Lovely Garden, а... Ну, полностью вам скажу попозже. Вот, таким вот образом выглядит коробочка. Здесь всего 30 миллилитров. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот таким вот образом она выглядит. Все, там больше никаких инструкций нет. Вот такая вот красивая баночка, простая абсолютно. И давайте протестируем. Так, ну первые нотки, конечно, это у нас, хочу обратить ваше внимание, что вот, так, вот этот вот дозатор очень хлипкий, то есть с ним нужно быть очень аккуратным, может отвалиться. Как это, кстати, случилось в поездке с сухим шампунем, но, правда, он у меня упал с полуметровой высоты, поэтому там отвалился дозатор, ну ладно, и там пластик. Так, ну, собственно говоря, поехали дальше. Что было еще в моем заказе? Это новинки. Продолжаем серию Love Nature. Это шампунь для окрашенных волос и кондиционер для окрашенных волос с шиповником и, по-моему, льняным маслом. Честно говоря, я точно не помню, с каким маслом. Ну, в общем, с каким-то там маслом. Вот, шампунь я уже полностью использовала с крапивой и лаймом. Мне очень понравился эффект, очень приятный аромат. На волосах долго держится, если вы, например... Я сейчас летом, конечно, стараюсь не использовать лаки для волос, пенки, муссы, так как все равно, если на улице очень тепло, то все это начинает испаряться, и волосы, конечно, уже... пахнут каким-то там спреем, лаком, в общем, ну, стараюсь не использовать сейчас. Только масло, шампунь использую. И, соответственно, вот уже в последний раз использовала из этой серии Love Nature шампунь и кондиционер с кокосом.
аромат до сих пор держится, то есть это очень классно. Вообще мне очень нравится качество и достойный продукт. Следующее. Следующее это шампунь 2 в 1 с ромашкой. Тоже я взяла одну штучку. В этом же заказе должен был быть шампунь для волос с репейником и чаем, но, к сожалению, он закончился. Итак, продолжаем. Следующее, что я заказала, это у нас с вами, значит, средство для интимной гигиены. Оставлю его здесь. Так. Следующее, это новинка из лимитированной коллекции, соответственно, с клубникой и что-то еще. В общем, спрей-дезодорант для ног. Крем для ног я не стала брать, так как у нас, у меня точнее, есть пока. Очень приятный аромат имеет, такой освежающий, очень вкусненький. Даже где-то кажется, что там даже мята есть. Так, следующее, что было также в заказе. У меня подходит к концу средство по уходу за лицом. И я думала над тем, чтобы заказать из серии... Сейчас, кстати, вот не вспомню, как называется. В общем, набор. Там есть Эко Бьюти и еще набор. Ну, в общем, ладно, я покажу, найду этот наборчик, обязательно вам покажу. В общем, я хотела сначала его взять, а потом... Вспомнила, что у меня есть еще неиспользованные средства из серии Love Nature, поэтому дозаказала, соответственно, эти средства, используя с тем, что у меня осталось, и потом уже закажу новенькое. Итак, тем более была хорошая цена на эти средства, и я решила взять. Это очищающий гель из серии Love Nature с алоэ вера. Здесь 150 мл. Тоник с алоэ вера. Так, давайте как-то так поставим, что ли. И, соответственно, крем для лица с чайным деревом. Очень удобная баночка. У меня сейчас подходит к концу с алоэ вера, но я взяла себе с чайным деревом, так как, в общем-то, у меня сейчас слазит загар, я сгорела, поэтому... Сейчас нужен лечебный эффект, и я решила его взять. И что еще было в моем заказе? В подарок мне пришел крем для рук с пролине. У меня такой был наборчик, я покупала и мыло, и крем, но подарила в подарок. Вот, теперь компания Oriflame, собственно, подарила подарок Тавтология. В общем, вложила в подарок к моему заказу крем для рук. Поэтому теперь у меня будет крем с пролине. И я обязательно его использую. Так, что еще было? Это была акция. Сейчас, опять же, не вспомню, как она называлась, но там смысл был в том, что если вы там делаете несколько каталогов подряд на какую-то сумму заказ, вы можете потом выбрать с 70% скидкой один из наборчиков. Я выбрала набор Элео. Это премиальная коллекция по уходу за волосами в компании Oriflame. Это шампунь. Здесь 200 мл. Кондиционер 150 мл. И масочка для волос. По-моему, этот наборчик мне вышел за рублей 600, что ли. Это очень дешево, потому что одно из средств стоит больше 700 рублей. То есть, в общем-то, очень выгодно. Здесь 125 мл. Здесь, скорее всего, стоит заглушка. Да, мы с вами не почувствуем. Вот. Но я обязательно попробую и вам расскажу. Я еще из этой серии не использовала средства, поэтому... Не могу ничего сказать, но очень хотелось попробовать. Были скидки ранее, но, видать, просто шампуней было очень много, поэтому не довелось еще попробовать. Но вот сейчас будет замечательная возможность.
И к этому же ко всему мне прислали корзинку. А, подождите, еще не все. Конечно, как же я могла забыть? Еще не все, ребят, подождите. У меня просто лежала корзинка, я сейчас вам ее покажу. Корзинка такая подарочная. Вот такая вот. Такая вот корзиночка. Скорее всего, планировалось сюда положить подарок, как раз таки эти средства. Давайте посмотрим, я ее сейчас открою. Вот такая вот корзиночка. К ней шла непосредственно фольга, ну, упаковочная бумага и завязочки. Это очень хороший такой вариант получить вот в подарок такую корзинку. Обязательно использую ее по назначению. Так, ну и в корзинке, точнее под корзинкой, в коробке лежали еще средства. Я про них даже, видите, не заметила. Это скраб для лица с алоэ вера также. К набору по уходу за кожей лица. Естественно, дезодорант Activell 48 часов защиты. Я такой уже брала, мне очень понравился. И, соответственно, тальк для тела. У меня такой есть с цветочным ароматом. Я в прошлом году покупала и цветочный аромат, и Cool & Breeze. Но Cool & Breeze я подарила, поэтому себе сейчас взяла на лето. Лето, конечно, нас сейчас не особо радует, но очень нужная штучка. Сейчас слезет с меня загар окончательно, и я уже смогу воспользоваться средствами. Пока я сейчас пользуюсь только маслом для тела, к сожалению, потому что кожа восстанавливается, идет процесс регенерации, поэтому никаких тальков, никаких там скрабирующих, в общем-то, средствами скрабирующими я не пользуюсь на данный момент. Ну и последнее, что было, это, естественно, пробнички туалетной водички или парфюмированной. My Little Garden называется. Что хочу сказать. Туда входит мускус, ландыш и гордение, если не ошибаюсь. Вот сейчас уже прошло, наверное, час прошел. Мне, в принципе, нравится сочетание парфюма, но изначально чувствовался ландыш с мускусом. И, честно говоря, аромат... Я не очень люблю такие ароматы. Мне нравится My Lovely Garden просто. My Little Garden я еще буду тестировать, но, скорее всего, нет. Это все-таки не мой аромат. Итак, сейчас мы с вами посмотрим следующий каталог, познакомимся с вами, посмотрим, что меня заинтересовало, и потом я вам расскажу свои впечатления от водички Norfin Beauty. Оставайтесь со мной. Итак, как и обещала ранее, про этот аромат. Что сказать? Значит, в этот аромат Norfin Beauty входят следующие ноты. Ноты фритиллярии, колокольчика, ноты кедра, белого мускуса и амбры. На картинке в каталоге там нарисован был арбуз. Но, в принципе, какое-то сочетание такое есть. Но я думаю, что это дает фритиллярия и непосредственно колокольчик. Наверное, скорее всего, в сочетании с мускусом. Такой вот аромат арбуза. Вы знаете, такой очень легкий, морской действительно аромат. Легкий, с такой вот ноткой сладости небольшой. Но она не приторная, а такая легкая, еле уловимая. В принципе, неплохой аромат. Не знаю, не могу ничего сказать по поводу стойкости. Надо будет обязательно посмотреть, протестировать. И обязательно вам потом, может быть, сообщу, сколько он держится. В принципе, за такую цену небольшой такой флакончик вполне себя достойно оправдывает. 399 рублей – это абсолютно недорого. Ну что ж, вот такой вот был небольшой мой заказ из компании Oriflame. Оставайтесь со мной. Всем пока! Всем привет! Сегодня я вам покажу свой небольшой заказик из компании Oriflame. Очень давно я не выкладывала видео, буду обязательно их совмещать, так как заказы были небольшие. Ну, первое, что, с чего хочется начать, в основном весь заказ, как вы видите, это по уходу за кожей лица и тела. Первое, это мочалочка Oriflame, вот такая вот двойная. У меня на данный момент сейчас в использовании черная. Хорошая губка.
практично, ничего не могу плохого сказать. Если вы, в принципе, используете такие губки, то можете смело брать. Мыло Discover, это японские церемонии и ирландские, не помню как точно, но в общем что-то там с голубикой связанное. Очень хорошие ароматы, они шли по какой-то очень маленькой цене, очень выгодно. Также на страничке последнего каталога вы могли видеть вот такую вот водичку Memories. Сейчас посмотрим, как она точно называется. Flirting on the Fireworks. Сейчас очень плохо видно, так как уже 9 часов вечера практически. Она была упакована в слюду, я просто уже все вам распаковала, так как камера у меня живая, снимаю одной рукой. Итак, еще когда только вышел этот аромат, он мне очень понравился. Там есть еще зелененький и желтенький, но понравился мне почему-то вот именно в этой упаковочке. Он очень приятный, такой нежный, знаете, вечерний аромат. Какой-то вот очень он вкусненький, прям не знаю, какой-то вот праздничный аромат. Также я взяла новинку. Это у нас крем для лица и тела с кокосом. Здесь все зафольгировано. Очень большая баночка. Также скраб для лица Face Scrub. Также с кокосом. Здесь 75 грамм. Сейчас тестировать ничего не буду, потому что свет очень прям падает очень плохо. Кажется, что светло, но на самом деле уже темнеет. Но вы видите наверняка здесь скрабирующие частички. Попробую, обязательно скажу. Также я запаслась дезодорантами. Это с хлопком из серии Activel. Также против белых пятен и желтых пятен. И защита Extreme 48 часов. Также в запасах я купила себе тотальную защиту, пасту зубную и щетку. Далее купила я гель для душа из серии Love Nature с авокадо. Крем-гель. Очень хорошие эти гели, мне в принципе нравятся, удобные бутылочки, так что в запасы я себе приобрела, тем более сейчас, опять же повторюсь, очень быстро расходуются за счет того, что очень жарко и, соответственно, душ несколько раз в день, естественно, принимаем. Итак, следующее, что у нас, это новинка, Eco Beauty маска, глиняная маска для лица. Она небольшая, вот если вы можете видеть практически с мою ладошку. Здесь 75 мл с алоэ вера и еще, я, честно говоря, не знаю, вот Pink Clay, что это значит. Наверное, это розовая все-таки глина. Я сейчас использую из серии Swedish Spa. У меня есть очищающая маска, она мне очень нравится, такая зелененькая, я ее оставляю на 10 минут. Отличные маски, очень хорошо очищают. Также хочу сказать, ну, собственно, вот весь мой заказ. Хочу сказать немножко про серию, обязательно вставлю сюда еще фотографии других продуктов, которые я уже, к сожалению, отдала клиенту. У клиента было таких две мочалочки, зубная паста, тотальная защита и помада. Color Box, я вам обязательно вставлю фотографию сюда. Так вот, что хочу сказать про серию Love Nature. Мне очень понравился крем для лица с маслом чайного дерева. Очень быстро впитывается. Приятный аромат и действительно лечебные свойства на мою кожу идеально действуют. Вот по сравнению с алоэ вера, алоэ вера тоже неплохой, но мне очень понравился с чайным деревом. Я, скорее всего, буду еще брать. Так, ну по традиции мы обычно смотрим с вами новый каталог. Но новый каталог я уже отдала клиенту. Скорее всего, в следующем каталоге я делать заказ не буду, потому что пока у меня все есть. Ну и, собственно говоря, пока, ну, не приглянулось мне там особо, там будет новая серия по уходу за кожей лица, но пока я не планирую делать заказ, может быть, через каталог. Ну что ж, оставайтесь все со мной, всем пока-пока! Итак, всем привет! Пришел небольшой заказ из компании Oriflame. В этом каталоге я практически для себя ничего не заказывала. Есть парочка продуктов. В основном он заказ клиентский. Итак, первое, что было в заказе, это, естественно, серия Love Nature.
человек заказал уже себе большие бутылочки. 500 миллилитров – это гель для душа. Я уже таким пользовалась. Ну, в принципе, неплохие гели. Хорошая серия. Следующий продукт, что также было в клиентском заказе, это шампунь для сухих волос с пшеницей и кокосом. Также здесь 500 миллилитров. Следующее это шампунь 2 в 1 с ромашкой и авокадо. Очень мне понравился этот шампунь. Сейчас я им пользуюсь. В принципе, неплохой. Очень нравится. Следующее, что было в клиентском, это у нас органайзер для... Сейчас скажу вам точно. Складной органайзер. В принципе, но я его сейчас не буду распаковывать, не хочу. В принципе, кто видел, наверное, знает. Он такой многофункциональный, корпусной. Здесь можно расчески либо кисти складывать. Ну, кто, в принципе, знает, такие органайзеры не только Oriflame выпускает. Я, например, покупала давно в компании IKEA в магазине. Они тоже есть. Ну, конечно, там за 400 рублей можно купить 3 таких органайзера, 3 в одном. Но вот человек захотел, понравилась ему такая расцветка, поэтому, в принципе, вопрос денег не стоял. Следующее, что же было еще, это парфюмированная водичка, точнее туалетная вода Wonder Flower. Это выпуск прошлого года, даже сейчас вспомню, то ли она в августе вышла новинкой, то ли в сентябре. Ну, такой неплохой земляничный аромат. Мне, конечно, он не очень нравится, потому что какой-то он уж слишком детский. Ну, такой, знаете, девчачий прям. Ну, может быть, под настроение, конечно, но я бы таким не пользовалась. Следующее – это набор. А, нет, подождите, еще из серии Love Nature. Это у нас гель для душа с лавандой. Тоже здесь 500 миллилитров. И последнее, что было в этом заказе, это набор. Я не помню, как он назывался, но он состоит из 5 средств. Там, в принципе, если посчитать по отдельности, то каждое средство выходило где-то в районе 60 рублей. Первое средство – это гель для интимной гигиены. Затем зубная щетка OptiFresh с мягкой щетиной, soft здесь написано. Следующее – это гель для душа «Тосканский закат». Далее зубная паста, отбеливающая Crystal White. Мыло «Тосканский закат» также входило в этот набор. И шариковый дезодорант «Активель» с экстрактом хлопка. Вот, кстати, мне очень нравится этот дезодорант с экстрактом хлопка. Очень приятный аромат. Также были пробнички. Новый парфюмированный, точнее, новой туалетной водички. Это «Мисс Чамин». Я протестирую, обязательно вам расскажу. Кстати, что хочу сказать про аромат My Little Garden. Точнее так. My Little Garden, да, тот, который новенький аромат. Все-таки я его распробовала, мне он понравился. И, скорее всего, когда-то я его приобрету обязательно. Мисс Чармин мы обязательно попробуем. Протестируем, он такой сладенький, я уже чувствую на первых нотках. Ну, такой, знаете, приятный аромат, освежится, идеально подойдет для этого, для своей задачи, то есть он выполнит все свои функции. Приятный аромат, мне, кстати, очень нравится. Так, и что же было в этом заказе еще, что непосредственно заказала я для себя. У меня заканчивается тушь, и я взяла себе новую. Я еще такой не пробовала. Это Eyes Wide Open. В принципе, можем с вами сейчас открыть. Кому интересно, как выглядит кисточка. Если будет, конечно, видно, потому что сейчас уже свет неправильно падает. Но постараюсь вам показать.
Вот такая вот кисточка. Кто видит, не знаю, ну вроде как видно. Вот на каталоге очень хорошо контрастирует. Я еще такой кисточкой не пользовалась. Ну, я думаю, что она идеальная, потому что заявленные функции должна свои выполнять. И что было еще? Еще я в себе взяла помаду из серии Color and, серии The One. Ультрастойкая. Там была какая-то очень хорошая акция. Вот. Я, честно говоря, захотела помаду, потому что у меня заканчивается красная. И скоро мне понадобится стойкая красная помада для особых случаев, скажем так. Поэтому мне нужна была помада, я ее заказала. Этой серии я еще не пользовалась, но сейчас мы с вами посмотрим. Помада красная заря, что ли, как-то так называется, или... Она прям красная-красная. Или рубин какой-то. Давайте выкручу, чтобы все посмотрели, как бы, какой длины сама помадка. Она не очень большая. Я имею в виду не очень длинная, да. То есть ее здесь не очень много. Но, в общем-то, если она стойкая, то достаточно будет нескольких штрихов, чтобы нанести на губы. Помада мне нравится, она немножко уходит в такой, знаете, рубиновый цвет, какой-то вот такой вот рубин, но не темный такой вот, потому что рубин бывает, он такой больше в темный, а этот какой-то, знаете, вот, ну, гранат, вот чисто гранат. Очень нравится мне цвет, помада, я довольна, стойкость обязательно проверим. Вот такой вот цвет прикольный. Очень я довольна этой покупкой. И в спецпредложениях был очищающий гель для нормальной комбинированной кожи серии Optimals. У меня сейчас стоит из серии Love Nature, я уже неоднократно повторялась в предыдущих роликах. Вот, это гель-пенка, стоил он что ли в размере 200 с чем-то рублей, здесь 200 миллилитров, 250, нет, 200 миллилитров здесь. Я решила взять, потому что средства заканчиваются, а это по хорошей цене, так что, тем более, я уже пользовалась этим продуктом, и никаких нареканий к нему нет. Что ж, это был мой маленький заказик. Хочу сразу, кстати, сказать, что заказы я делаю в Oriflame, но не всегда, к сожалению, удается выложить видео, поэтому, скорее всего, если будут вот такие небольшие маленькие заказики, я буду из трех каталогов комбинировать в одно видео. То есть там получается где-то за полтора месяца у меня будет одно видео из трех каталогов, ну то есть заказ из трех каталогов. Вот, поэтому, ну, кому интересно такие видео, ждите, постараюсь снимать почаще, конечно. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, соответственно, каталог, что я буду заказывать в следующем каталоге. Я прямо сейчас в режиме онлайн, не отключаясь, покажу, что же меня заинтересовало. На самом деле продуктов не очень много, потому что, в принципе, все сейчас есть. Первое, на что я обратила внимание, это новинка, матирующий крем-флюид для лица Pure Skin. Я его отметила, обязательно его возьму. Далее это у нас с вами солнцезащитный крем, точнее лосьон SPF 30. У меня был такой, уже его нет, поэтому я себе обязательно прикуплю. Точнее, куплю. Вот, следующие это дезодоранты. Ну, я не буду про них ничего рассказывать. Кто знает, я пользуюсь, поэтому. И следующее, на что обратила внимание, это ухаживающий тоник для всех типов кожи. Также выйдет новинкой. И обратите внимание, здесь пойдет гель умывания в подарок, если вы закажете любой продукт со странички 81-87, кажется, да? Да, 87. Вот, ну и пока все. То есть больше мне пока ничего не нужно. Может быть, кто-то из моих друзей, знакомых что-то закажет, посмотрим.
Вот, ну еще хочу раз показать вам помаду. Очень она классная, прям я в восторге. Ну что ж, всем хорошего настроения летнего, всем пока-пока.